Всю минувшую неделю в Карачаево-Черкесии наблюдался стабильно высокий прирост ковид-инфицированных. Поэтому возобновили свою работу госпитали, которые были в резерве на момент спада пандемии. О работе по снижению эпиднапряженности шла речь и на встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с главой республики Рашидом Тимрезом в режиме видеоконференц-связи. Руководитель региона доложил президенту о текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, а также о мерах социальной поддержки граждан. Мы полностью на сегодняшний день сформировали коечный фонд с резервом. Он у нас достигает 1050 коек. На сегодняшний день у нас порядка 550 коек занято. Большой сформирован медицинский персонал, порядка 600 человек. Резерв сформирован, также запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, оборудования. У нас развернуты 3 ПЦР-лаборатории. Мы делаем 340 исследований на 100 тысяч населения. Это где-то третье место по Российской Федерации. Ну и ежедневный прирост на сегодняшний день он составляет 1%, что чуть ниже в целом по Российской Федерации. Но все равно мы этот рост наблюдаем. Поэтому здесь мы полностью готовы. Опыт, который мы наработали весною, в начале лета, конечно, сегодня нам позволяет более эффективно реагировать на ситуацию. Здесь, конечно, хотел бы выразить слова благодарности вам, Владимир Владимирович, за те решения, которые были приняты. Это и по стимулирующим выплатам для наших медиков. Мы также предусмотрели и региональные выплаты, порядка 200 миллионов рублей. Основной удар второй волны, как, впрочем, и первой, приняла на себя самая большая по количеству койко-мест городская клиническая больница, которая ни на день не закрывалась. Как и прежде, сюда поступают больные преимущественно старшего поколения, страдающие хроническими заболеваниями. Палата оборудована всем необходимым, нет дефицита лекарств и средств индивидуальной защиты. Число госпитализированных растет, то есть сейчас больница уже с небольшим количеством резервных мест, скажем так. Вот в настоящее время госпитализировано 219 больных на утро, а мест в больнице 225. Мы справляемся, пока три госпиталя справляются. Это наш госпиталь, госпиталь при туберкулезном диспансере и госпиталь в Джигуте. Республика готова, потому что Хабес вот открывают буквально завтра-послезавтра. На случай какого-то чрезвычайного, скажем так, массового поступления всегда готова республиканская больница. То есть они находятся в положении нулевой готовности, скажем так. Как только будет туго, они нам помогут. И будет открываться при необходимости госпиталь на базе Северной поликлиники. И я боюсь, что все эти места понадобятся, судя по обстановке в стране. Мы каждое утро видим по телевизору, как растет число госпитализаций и в стране, и в Москве особенно. То есть и прогнозируют все-таки выход на плато в ноябре, а до ноября еще далеко, потому что число госпитализированных растет с каждым днем. Максимальное количество госпитализированных – это пациенты от 50 до 70 лет. Максимальное. И это очень хорошо видно наглядно на диаграммах. Ровно такое же распределение идет во вторую волну, как и в первую. Вот как вот будто кальку сняли, то есть точно такой же процент идет госпитализированных вот этого возраста. Причем с 60 до 70 чуть-чуть больше госпитализированных, чем с 50 до 60. Поэтому как нас и готовят, как и предупреждает нас Минздрав, 65+ – это опасно. То есть максимальное количество госпитализации – это 60-70 лет. И вот в первую волну 60-70 лет у нас госпитализирован был 371 пациент. Сейчас это 151 пациент. Но и времени прошло ровно во столько же раз меньше. То есть если первый период, я посчитала, у нас длится где-то 90 с чем-то дней, то второго периода еще только 50. Поэтому точно такая же динамика. И точно такая же динамика по сопутствующей патологии.
Тем временем в Хабесском районе готовится к открытию еще один госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Подготовку уже на завершающей стадии. Анисат Хабсирокова работает старшей медсестрой в местной поликлинике уже больше 15 лет. И в начале пандемии стала одной из первых медиков, кто отправился спасать жизни в красную зону. 2 месяца она работала в Северном госпитале Черкесска. И вот теперь, когда в родном районе планируется открыть свой госпиталь, Анисат, не задумываясь, записалась в число добровольцев. Проработав в Северном госпитале, я увидела, ну, насколько вообще тяжело и сложные ситуации бывают. Именно поэтому речь, когда это зашла о районном госпитале, я решила поработать в красной зоне. На сегодняшний день подготовительный этап к открытию госпиталя завершается. Проводится монтаж оборудования для снабжения кислородом. Уже выставлен газификатор объемом в 11 тонн. Совсем скоро будет установлен испаритель для жидкого кислорода, и тогда госпиталь сможет начать прием пациентов с ковид. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии имеется достаточно большое количество ковидных коек. Помощь в плановом и в экстренном порядке оказывается достаточно активно, поэтому независимо от того, что мы сейчас на стадии подготовки и по Хабесскому району, да и по другим населенным пунктам Карачаево-Черкесской республики, никому из тех, кому показана госпитализация, не отказывают. Однако, предполагая дальнейший рост заболеваемости, в обязательном порядке мы вот готовим данный ковидный госпиталь. В общей сложности данный госпиталь рассчитан на 150 койко-мест. 105 из них будут оборудованы кислородом. Лечение здесь смогут проходить не только жители района, но и всей республики. Решение о направлении сюда пациентов будет приниматься республиканским Минздравом. Людям кажется, вот я с Черкесска, меня повезут в городскую больницу, меня туда положат. Нет, это не так. На сегодняшний день Министерство здравоохранения мониторирует ежечасно наличие коек свободных. С кислородом, без кислорода, с аппаратами ВЛ, БЭЗ и так далее. И в зависимости от тяжести состояния больного принимается решение, куда вести этого больного. Что касается обеспеченности сотрудников средствами индивидуальной защиты, то в госпитале имеется необходимый месячный запас для начала работы. Также же закуплено 90% необходимых лекарственных препаратов. Еще один госпиталь, уже готовый к принятию пациентов, развернут на базе Правокубанской участковой больницы. Стационар инфекционного отделения на 60 коек был развернут здесь еще в июне. Однако тогда это не понадобилось в связи со спадом пандемии. Но сейчас количество больных вновь растет, и резервный госпиталь снова на передовой. В Правокубанскую участковую больницу мы определили больных из групп повышенного риска, у которых в течение ковидной инфекции протекает в более легкой форме, но при этом по тяжести соматического заболевания они относятся в группу риска. Там имеются все условия, очень грамотный врачебно-медсестринский состав для оказания помощи. Хорошо работала эта больница и период первой волны. Палаты с подведенным кислородом были подготовлены еще в июне, а запас лекарственных препаратов и медоборудования соответствует числу поступающих пациентов. Готовы и сами медработники. Это отделение стало уже 4-м медучреждением в республике, которое работает с ковид-больными. Впоследствии отделение планирует перепрофилировать под реабилитационное и профилактическое. Сейчас около 30 больных лежат. Вот за несколько дней госпитализировали. Ну и продолжают заполнять наш госпиталь. Как в целом обстановка? Сложнее работать? Ну, и тогда было сложно, и сейчас сложно. Больные разные, тяжелеют очень быстро. По-разному бывает. Преимущественно какого возраста больных? После 60. А какие сложности есть у вас в лекарствах, в недостатке оборудования? Нет, у нас все есть. Все врачи работают согласно 8-й версии методических рекомендаций. А после весеннего подъема заболеваемости врачи уже готовы ко всем сюрпризам коронавируса и даже имеют для этого особые документы. Наш госпиталь достаточно уже подготовлен. Многие из сотрудников работали в ковид-госпиталях. Все прослушали лекции, все получили сертификаты. Достаточно у нас и СИЗов, и все у нас налажено. А так, в общем, ситуация, конечно, сложная, но относительно того, что больные лучше сейчас, чем было весной, тяжелых больных здесь нету. Реанимационной службы у нас нету. Тяжелых отправляем мы в Черкесск. Сами врачи работают 6-часовыми сменами, не сбавляя оборотов и стараясь поспособствовать тому, чтобы как можно больше пациентов, отправившись от ковид, вернулись домой.
Таким образом, на данный момент в республике 5 действующих ковид-госпиталей, плюс в резерве остаются госпиталь в северном микрорайоне Черкесска на 205 коек и ковид-госпиталь на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы на 80 койко-мест. С весны этого года в республике заразились коронавирусом порядка 8 тысяч человек. Как спастись от этого вездесущего вируса? Сегодня этот вопрос волнует практически все общество. Многие в поисках ответа обращаются к интернету, а там людям предлагают глотать различные препараты, готовить целебные настойки, при этом не указывая, к чему может привести такое бесконтрольное употребление лекарств. А между прочим, в нашей стране уже было официально зарегистрировано несколько печальных примеров. Например, 56-летний житель Белгорода, заболевший коронавирусом, проигнорировал врачей и в течение недели боролся с болезнью своими силами и средствами. В итоге такое самолечение привело к трагедии. Медики не смогли спасти пациента с запущенной формой болезни. Аналогичный случай произошел на Кубани. Там скончался 45-летний мужчина. В Дагестане тоже был зафиксирован летальный случай. Из-за развития двусторонней пневмонии погибла 27-летняя женщина, лечившаяся без наблюдения врача. Об опасности самолечения не устают повторять медики. Они говорят, что если в начале пандемии схема противовирусной терапии была одна, то сейчас, по мере изучения этого заболевания, тактика лечения поменялась. В особенности это касается применения антибиотиков. Антибиотики имеют свою точку приложения в определенный момент, на определенной стадии заболевания. Это особенно важно для тех пациентов, в силу каких-то необъяснимых причин заболевание может утяжеляться и приводить к тому, что пациента необходимо госпитализировать в стационар. И вот на этом этапе, когда человек амбулаторно принимал различные антибиотики, сильные антибиотики и так далее, он может остаться без резервного препарата, резервного антибиотика, который ему будет очень необходим именно на этапе стационарного лечения. Поэтому просим наших пациентов воздержаться, самолечением не заниматься и по каждому препарату советоваться с нами. Лечиться дома могут только пациенты с легким течением болезни. Но и для этого также прописан строгий алгоритм действий, который может назначить с учетом индивидуальных особенностей только врач. Кстати, немало в интернете и рецептов с народными средствами, но и к ним нужно относиться с опаской. Самые простые и действенные меры профилактики заразы – это надевать маску и чаще мыть и обрабатывать руки антисептиками. Если с начала пандемии перчатки, маска и санитайзеры всегда были под рукой большинства жителей, то спустя полгода бдительность притупилась. Немало людей по-прежнему не верят в серьезность эпидобстановки, а то и вообще в сам вирус. Собственно, поэтому и не соблюдают меры предосторожности, игнорируя масочный режим и не пользуясь диссредствами. Как жители Черкесска относятся к своей безопасности в период пандемии, мы узнали в ходе опроса на улицах города. Ношение масок в наше время важно ли, нужно ли? Не важно. Почему вы так думаете? Потому что я вот с марта месяца всего-навсего одевал, квартплату платил. И магазин, когда в 40 вольт зашел, вышел 15 минут и до сих пор не одевает. Вообще-то я считаю, нет. А почему когда так? Людей меньше. Ага. Легче дышится просто. Я так считаю, а так каждый по-своему. К примеру, когда заходишь в общественное помещение, если все присутствующие будут в масках, это значительно сокращает риск заражения. Как вы думаете, на улице есть смысл надевать маску? Наверное. Не зря же придумали. Мнения жителей разнятся не только по поводу соблюдения масочного режима, но и по поводу ношения масок на улице. Медики заверяют, что находясь на прогулке, маску можно и не носить. Однако, если вы прогуливаетесь в многолюдных местах, не стоит рисковать и все-таки надевайте маску. Самый легкий способ уберечь себя и своих родных – это ношение маски и личная гигиена. Если кто считает, что это недостаточно действенные меры, то он ошибается. И научным, и опытным путем доказано, что ношение маски и соблюдение дистанции – 90% гарантия того, что вы не заразитесь. Но мало просто носить маску, нужно носить ее правильно. Во-первых, стоит помнить, что надевать маску необходимо чистыми руками. Во-вторых, маска полностью должна закрывать нос, рот и подбородок. И, конечно же, необходимо менять маску раз в 2-3 часа. Следуя этим несложным правилам, риск заражения можно снизить до минимума. И это не просто рекомендации, а крайне необходимая мера, которую соблюдать нужно всем без исключения.